все наверняка хорошо помнят семейный комедийный сериал под названием «Сваты». В этом видео мы расскажем, как изменилась жизнь актрисы Анны Кошмо, которая сыграла в нем роль Жени. Анна Кошмо родилась в самой обычной семье, ее мама работает обычным учителем, а отец военный. Девочка с ранних лет была творческой личностью, занималась танцами и принимала активное участие в театральном кружке. Потом девушка поступила в эстрадно-цирковое училище и вскоре была замечена представителями студии «Квартал 95». Вскоре они пригласили ее на роль повзрослевшей Жени в четвертый сезон сериала «Сваты». После этого она стала одной из самых востребованных украинских молодых актрис. Стоит отметить, что благодаря этому сериалу девушка также проявила сильные вокальные данные. Поэтому вскоре она даже записала несколько собственных песен, которые некоторое время пользовались популярностью. На данный момент Анна продолжает участвовать в съемках новых украинских картин. Кроме того, не так давно она вышла замуж. Женихом оказался непубличный парень, с которым актриса встречалась уже несколько лет. Также у пары родился сын, которого назвали Михаилом. Таким образом, Анна Кошмал является перспективной и молодой актрисой, для которой сериал «Сваты» стал толчком к большому успеху. В 2019 году публика получила возможность наблюдать за работой любимицы в нескольких ярких проектах. Анна появилась в роли дочери главных героев детективной мелодрамы «Замок на песке», а также в образе подруги основного персонажа криминального фильма «Тайсон». Сейчас к выходу готовится очередная мелодрама с участием Кошмо «Тайна Марии», где девушка появится в главной роли, и наверняка вы уже смогли его оценить.